Жительница села Кулалис Шоган Хачатуровна Геворкян живет совсем одна в своем однокомнатном доме. Родилась бабушка Шоган в 1934 году. В ее жизни получилось так, что она не имеет семьи и живет совсем одна. Երկար ժամանակ հերոս աշխատանք այն միտալներ ունիմ լենինի էրվել ինձ ենդվի, ամմին ինչով, շրջանային դեպութատեմ մեղի, սովետի դեպութատեմ մեղի, լավ աշխատիլ եմ, աշխատող գնիկ մաշտեղիլ, այս է դումը մի աղատ բոլ չէ գարդավո Հիվանդին բժշկի լեղուս կնացի հանելու կարուլիմ, տարիքս մետեր չանեցին դիր նշանակելին պերիմ խմինգը։ Социальное бытовое положение у Шогана Геворкяна тяжелое. Получает пенсию и социальную помощь от агентства социального обеспечения. Только этим и живет. Мезги дикчи, ер гвер, ата айсик миагат эту нас. Полчага, таван, полчага. Варим гайди пати кудам, пати. Анчах пати у телу кукти. Алло, мало, что не замар, папа, молчите. А докну тун начали пенсион, что мирным, где хинди вивашу. Не имея воды в доме, 83-летняя бабушка вынуждена каждый день таскать воду у соседей. Герим меш минна, есть чушчук. Чушта мали вам, Крыша дома также вышла из строя и местами протекает. Отвиги не састит. Чечинка на халичу, да ли ты орешь? Уришь там. Кашмарчи. Верен джуры шарага. Так. Шифернич, типа, я типа, пустаным парак, те торчан на годров чопчики. Как говорит Шоган Геворкян, всю свою жизнь она работала. Однако сейчас здоровье не позволяет. И возраст уже не тот.